Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 груз. Значит, гоняем опять в Пентайрес. Ну, опять сегодня пишу обзор на пираточке. Пираточку старую, новую версию, которую играет через Steam, можете, ребята, скачать. В группе в разделе ссылки. Значит, у меня, так, поедем сегодня, значит, очередной конверт с 13.04. КРАС 260. Значит, поедем на полигоне Витаргана 5-3 на Витькином. Вот. Мы появились на УАЗике. УАЗик, ну что делаем? Удаляем. Пум. И будет два варианта, ребята, КРАЗа. Значит, будет военный раскраски такой. На моде присутствует, ребята, синхронизация света. Значит, сразу же автоматически горят противотуманочки, да? Задние фонари. То есть ночью друг друга в мультиплеере будете видеть вот в таком варианте. То есть днем будет вот так видно, ночью будет видно вот так. Опять же, синхронизация по дефолтному транспорту, ребята, также найдете ссылочку у меня в группе, в разделе. Под репостами, наверное, там должна быть синхронизация света автоматическая, видите, горит на дефолтном транспорте, ночью не горит. Поставите, все у вас будет это работать. Просто скачать надо архив папки медиа и запихнуть в игру с заменой. Обязательно сохраните свою, потому что мало ли надумаете обратно переставить. А так, в принципе, если поставить, то будет вот такой вариант у вас на дефолте. Значит, синхронизация прописывается для каждой машины, поэтому на моде тут тоже идет прописочка. И вот так это все будет. Даже давайте создадим второй КРАС, зеленый. Поставим его сюда же. Билбордики, значит, присутствуют здесь. По вопросу, недавно тут выкладывал я тоже КРАС 250, да, видите, вот когда ставятся барабаны, они, видите, идут мостом сразу. Значит, кто такой умный, значит, берите, ребята, открывайте 3D Max, берите, убирайте эти барабаны, значит, делайте полностью анимацию автомобиля и флаг вам в руки, если вы такие умные. Критиковать, как бы, все там гораздо, да. Даже вот давайте специально пересяду для непонятливых. Начинаю там плакать. Вот тут не так, а здесь не то. Берите, делайте сами. Вот, выворачиваешь, вот они, барабаны. Давайте колеса шоссейки поставим, лучше будет видно. Вот, барабаны. Раньше на 13.04 все моды делали, барабаны почти у всех вот так торчали. Залазьте в Макс, делайте, убирайте. Все шумные, только критиковать могут. Берите конверте, берите в Максе, пилите. Берите анимашки, делайте. Моды делайте, что вы. Потрындеть, так, как говорится, все гораздо. Так что вот, ну это отошли немножко от темы. Лично на меня как-то это сильно не влияет. Как бы. Мне и по барабану, и с этими барабанами нормально катается. Я на это внимания большого не... Кто начинает там вот так вот залазить, как-то там снизу, сверху, как-то, я не знаю, скрины делать. Делайте как хотите. Не нравится, не качайте. Мой вам ответ, как бы, на все ваши плакания там. Чего вы плачете? Берите, делайте. Просто вот, я говорю, на некоторых колесах барабан уже идет с колесом. Это на тех модах, у которых тут стоит не барабан на мосту, а просто шарнир или просто стоит ось или просто как-то так вылазит. Поэтому вот оно выглядит так, что вот барабаны, видите, уже встроены в колесе. А на старой версии это было, ребята, вот так все. На всех мостах стояли барабаны. В большинстве случаев люди делали. То есть вот он, барабан идет вместе с мостом. Залазьте в Макс, убирайте, раз такие умные. Значит, ладно, возвращаемся к разам. По поводу, ребят, синхронизации. Те, кто адекватно воспринимает моды, конверты, доработки и так далее.
Вот, синхронизация. Будете друг друга вот так вот видеть в мультиплеере. Вот. Днем так. Ночью вот так. Значит, все. Давайте пересаживаемся мы на крас военный. Заведем его. Четыре вида колесных. Духовные, кразовские. Блин, наверное, надо было сделать. Сейчас, подождите. Ой-ой-ой. Настройки потише сделать. Опять будете ругаться. Ага, и сразу скриншот убрать. Все время забываю. Продолжим. Значит, присутствуют четыре вида колес. То есть кразовские. Потом такие внедорожки стоят. Такие шоссеечки и вот такие здоровущие. Это на любителя, как бы. Значит, я поставлю на него сейчас вот эти. Значит, у нас присутствуют мигалочки. Цистерну на него воткну. Я отгоню его в сторону, чтобы он нам не мешал. Опять же повторюсь, свой звук, ребята, тут такой вообще жесткий. С турбиночкой все как положено. Свистит, пшикает, шипит, заводится подгазовочка. Давайте заведем его. Вот так вот, короче. Как-то вот так. Звук вообще мне нравится, прикольный. Так, присутствует, ребята, вид из кабины. Салончик прикольный. Ну-ка, Вася, не спи. Вася у нас тут руль крутит. Ой, сейчас вернемся обратно. Руль крутит, все. Вася присутствует у нас в обоих машинах. Такой вид из кабины. Камера закреплена. Значит, то есть вот, в принципе, можно ехать. Так, давайте его отгоним в сторону. Поедем на зеленом. Этот военного образца. Вот видите, про эти барабаны говорю еще раз. Залазьте, ребята, в Максе отпиливайте, если все такие умные. Лично я в Максе работать не умею. Может быть, со временем научусь. Но для конверта, в принципе, меня и такая моделька устраивает. Синхронизация на колесиках. Рабочая, хорошая моделька. Так, присутствует, ребята, анимация тут брызговиков. Анимация карданов. А, сзади. Сзади. Сейчас, ну, давайте перескачем на тот зелененький. Значит, заведем его. Значит, присутствует анимация сзади, вот видите, трасса. То есть анимация карданов. Есть у нас все, да, все работает. Расположение карданов тоже. Все начинайте плакать. Берите сами, делайте модели, кому не нравится. А то все такие критики. Просто вы дождитесь того, что даже люди, которые конвертируют, перестанут эти конверты делать и не на чем будет играть. Тут все будут все продавать, как говорится. Ну ладно, давайте пробежимся по аддонам. Значит, цистерну мы видели, да? Круговички еще адекватно болтаются. Трос сзади у нас болтается. Так. Также присутствует данная цистерна у нас. Все прикольно выглядит. Скидываем. Значит, присутствует у нас два крана. Так, крылья. Крылья ставится седло. Можно выпить маячки. Значит, справится полуприцеп цистерна. Как бы это щелкнуть, блин. Надо скрыть поделать. Такой, значит, прицеп, естественно, как обычно у нас является гараж. И бортовой полуприцеп, все это у нас цепляется как положено. Так, это мы все полепили, скидываем, значит, сцепку с крыльями, скинули, ставим платформу лесовую. А! По дефолту, да, ребята, бортовая платформа ставится, значит, также ставятся дефолтные прицепы. Ой, что поставил. То есть, все это, все
все это у нас ставится. По-моему, отсутствует автономка, ребята. Так, тележка где? Вот тут эта тележка. Вот. Ну, то есть все тележки как бы гаражные части. Сервисная, все это у нас ставится, тютелька к тютельку подгоняется. Скинем сейчас, давайте, борт. Бортовую платформу. Сейчас вот все. Все, тип-топ, все. Стоит так, как надо, где надо. Плюс сюда же я еще вогнал всем уже знакомый вагончик наш. Лесорубов. Вагончик лесорубов, короче. Так. Ну, можно поставить, например, ремонтные части. И под вагончик. Судвачка гаража дает и 600 ремонта вагончик. Так что я думаю, что в принципе лишнее не будет. Как бы выглядит прикольно. Тоже с конвертами, я не помню. Откуда-то из других модов. Ну, что-то он мне нравится, поэтому я его решил сюда добавить. Так, ну ладно. По дефолту, значит, снимаем ремонтные части. Значит, гаражные части ставятся. Блин, с этой камерой еще никак не могу победиться. Так, гаражные части. Значит, топливная цистерна, ребята. Платформа лесовоза. Прицеп распуск. Ставится удлиненного, по-моему, прицепа распуска нет. Ну, как-то так. Так, подставка ставится, ребята, под кран. Вот сюда вот, под передний. Также можно поставить, не можно, а нужно поставить опору крана. И сюда воткнется кран, значит, у нас. Вот, вот такой вариант. Передний кран. И можно прицеп распуск втыкать и вот в таком варианте гнать. Давайте поедем, загрузимся. О, как он там шикает. Давайте, елки-палки, сейчас еще и ядрим батон тут. Значит, вот грузится у нас средние бревна, то есть 4 очка, все нормально, тащим, 6 не везет, но 4 везет, как бы, в принципе, кто любит долго покататься, кран рабочий, все, ребята, нормально, 3, погнали, где-то, как вот какие-то кнопочки, все вот у нас работает, все, можете автоматически грузиться, там разгружаться. Значит, все есть. Так, скидываем всю эту приблуду. Это что у нас было? Платформа лесовода, да? Скидываем. Значит, присутствует еще у нас что-то, я, наверное, не снял, а может, все снял. Так, что надо снять? Так. А подставка для крана, вот она. Значит, присутствует такая, ребята, вариация, значит, платформа лесовоза у нас напоминает эту автономку, да, как бы, в принципе. Так, убираем, сейчас, значит, грузим, также кран сзади, ой. Ребята, рабочий. Поднимаем его, поднимать, это е-мое. Вот я его загнал никуда. Все работает. Может. Хватает, крутит, вертит. То есть свет все включается. То есть все работает. Давайте даже скриншоты. Такой. Значит, ну давайте скинем, загрузим его, да? Так, скинем груз, загрузить, все, скидывается, ребята, загружается, значит. Так, это у нас была вот эта платформа, скидываем, вторая платформа, ничего тут не цепляется, в принципе, можно также прицепить,
Вагончик не хочет вставать. Это что, попутал что ли парень? Давай. Взяйся. О, есть все нормально. То есть поровней там надо загонять просто и все. Так, что надо убрать вот это. Также грузим сюда, ребята, дровишки. Также они скидываются. Также они загружаются. Вот. Ну давайте поедем. Поедем. Берем эту платформу, значит. Платформа. Убираем ее. Я вот хочу прокатиться в таком. Сейчас до лесоповала мы доедем в варианте. Значит, с ремонтными частями, например. 800 ремонта, значит, прицеп у нас. 600 ремонта, 2 очка гаража. И вот в таком вот тут опору для крана я сниму. Вот. И можно купить колеса побольше. Вот такие, к примеру. Вот. В таком варианте я поеду. Вагончиком как-то так, наверное, можно сделать скрин небольшой на фоне того крана, да? Упс. Как-то вот так, значит, можно ехать в принципе из салона. Поеду так. Блин, чувствую, обзорчик затянется, но это вот так вот. Едем, учимся. Опять же, рычаг передач, ребята, это тоже все найдете. Все есть в группе, в разделе ссылки или под репостами. Смотрите, там должны быть ссылочки. Вот. В принципе, вот этот конверт офигенный. Тоже ребята на заказ просили сделать конверт. Значит, мы конвертнулись 13.04. Значит, сделали конверт данного мода, и ребята дали согласие, добро выложить его в общак. Поэтому вот сейчас выложим его на STMod. Качайте, ребята, кому нравится. Хотя и кому не нравится, они все равно качают. Спасибо вам и за это, ребята. Критика критикой, но все равно же вы качаете все это дело, и катаетесь, и не ружите потом в итоге. Не нравится, вот постоянно критикуйте. Делайте сами, начните сами что-то делать. Палец о палец не ударите, а вонь, я не знаю, как от дохлой коровы. Сами что-нибудь сделайте, а мы покритикуем, посмотрим, какие вы мастера. Мы ж не мододелы, прям супер, максимум, плохо еще пока. Можно сказать, работаем там. В основном только конверты, там, доработки и так далее. Поэтому, кому надо, ребята, тут сам уже берется, делает. Вот ребята некоторые обращаются, да. Есть у нас время, например. То можем помочь, да не только мы, там, многие мододелы уже, которые реально, ребята, делают моды. Ребята помогают, объясняют. Обучают потихонечку чему-то, учат. Поэтому кому не нравится или кто сам хочет что-то сделать, там тот обращается, ищет. А кто сидит, палец о палец не ударит, там сопли раздувает, размазывает, там на кулак наматывает, сидит, воняет, как я не знаю, как вонючка какая-то. Вот в основном такие супер критики-то их критикуют, засирают все.
все им не так, все им не то. В итоге все равно они ездят, делают скрины на этих модах, ребята, и все нормально, как говорится. И все у них потом устраивается. Это просто люди такие, завистливые, что ли, не знаю. Как говорится, сам не умею, не хочу, не буду. Зато вони, ого-го. Так что вот, ребята, подвесочка адекватная, то есть на машинке. Выглядит текстурки хорошие, прикольные. Два варианта автомобиля с разными текстурами. Ну вот мы и приехали, значит. Давайте мы этот вагон просто тупо отцепим. Отцепить прицеп. Давай протянем чуть-чуть. Пусть лесорубу тут. А у них, наверное, тут есть вагончик, нет? О, у них есть вагончик. Но мы прикатили еще один. Все классно. Значит, давайте берем, ребята, скидываем эту. Где она есть? Ремонтная часть. И поставим какую-нибудь платформу лесовоза. К примеру. Даже не знаю, какую поставить. Но даже не буду заморачиваться. Давайте поставим обычную 4 очка. Значит, подставку. Вот это кран воткнем. Роспуск и загрузим его, да и все. Поставим колесики и шоссеечки. И вкинем. Что тебе надо? Что тебе надо, парень? Проехать. А, может, мешает этот вагон, наверное. Да, вагончик мешал. Нет там точки зацепа, еще вагон с собой на прицеп взять. Сейчас улетим же вот нафиг. Это будет вообще вилы. Первый эксперимент у меня такой. Сейчас точно улетим куда-нибудь, не доедем до обзора. О, ребята, все отлично, поехали, короче. Улет за орехами, е-мое. Ну, это уже будет жесть, конечно. Это да, это будет жестко. Давайте сделаем скрин. В принципе, можно воткнуть понижайку, я думаю, потихо это утащить, это все дело. Главное, чтобы они там СДТшки не стукнулись и улетим куда-нибудь в космос. О, ребята, вот такой у нас вариант, значит, поехали, все. Еще и вагон с собой утащим. Все отлично. Сейчас как сядем по самые помидоры с этим вагоном. Вот так вот, короче, погнали. Давайте скрин обязательно. Опа, есть. Все. Жестяк, короче. Пошли по жестяку, короче, висит говно. Обалдеть. Нафига их тащит, смотрите же. Да? Обалдеть. Ну-ка. Чайку хлебануть. Там, наверное, в конце грязи побольше не вытащить, наверное. Потише сделаем. Рычаг передач меня уж очень радует. Эти глазики моргают у него, когда переключаешь. Ну ладно, не суть. Едем. Едем по-жесткому, короче. Да, на выходе тут грязище много, наверное, не войдет. Хотя такие, ребята, поездки с прицепляемыми прицепами на трассу, это чревато. Обычно стукаются они там СДТшками, все это улетает в космос, поэтому опасно. Можете попробовать на полигоне, там где на дышле есть точка зацепа, всегда можно, в принципе, подцепить и несколько прицепов таракать даже как бы. Вот, вот тут про что я и говорил, что тут он не вылезет вместе с ним. Если мы будем сейчас цепляться лебедкой спереди, то вагон сзади отцепится. Давай, 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 давай. Уже почти же мы победили эту лужу.
Блин, это вообще жестяк. Ха-ха, вытащил. Да ладно. Вот это вот, вот это, ребята, раз. Вот мне пофиг на эти барабаны, вот видите, они торчат. Зато я, видите, вагон тащу вместе с дровами. Поэтому о чем тут можно говорить? Не нравится кому-то барабаны, пофиг. Зато вот видите, как машина едет нормально. Это я тащу 4 очка загрузки, значит, да, и еще и 2 очка гаража и 600 ремонта с собой на хвосте. Вообще отлично. Ребята, это вообще, я что-то... Ну, смотрите, пишет, но лезет, как говорится. Потихонечку, помаленечку. Как бы тут, может быть, со второй камеры щелкнуть скрин и делать. Надо ж как-то тут залезть. Щелкнуть. Да, сейчас вылезет. Вылезет он с этого. Вот так вот, ребята. Не хукры вам, мухры. Крас. Жесть. Синхронизация. Все рабочее, ребята. Все светится. Все мигает. Все обалденно. Это, ребята, супер обзор. Вагончик на прицепе вообще нормально. Ну ладно, придется, конечно, долго потом все это конвертить видео. Но, блин, все равно прикольно. Значит, присутствует своя цистерна, то есть свои аддоны. Все это, ребята, выглядит, в принципе, хорошо. Глядите, на понижаечке мы просто тупо тащим с собой вагон. Обалденно. Ну, автомат врубишь, сейчас он тут начнет прыгать, скакать, стукаться друг об друга. И все улетит к чертям собачьим. Вот, видишь, начинает пихаться сзади на горочке. Ай-яй-яй. Ты там потихонечку давай, парень. Бушуй. Все отлично, ребята. Едем. Едем. Не войдем, войдем, не войдем, войдем. Не войдем. Ядрен батон. А, это повышайка задняя, вот она. Сейчас мы все исправим. Наоборот, потихонечку, то есть все шипения, звуки тут свои крадовские, ребята, свистука, турбинка, все как положено работает. Все, видите? Звучок свой вообще тоже покрутил, я там повертел. Оттуда, отсюда понемножку и получился хороший звук. Так что вот, ребята, едем мы с вагоном, все нормально. На шоссейках даже. Значит, там большие колеса у цистерны, крылья. Средняя ось получается, там на большими колесами на крыло залазит, поэтому если будете кататься с цистерной, ставьте колесики поменьше. Вот, а в принципе все адекватно, машинка едет, причем видите, она не просто едет, еще с собой прицеп тащит. То есть о чем это говорит? О том, что машина, ребята, хорошая. Сейчас мы так на понижайчике-то и пройдем всю карту, да? Долго будет писаться, блин. Давайте автомат выведем. Хотя, в принципе, это тут уже ничего уже. Все отлично. Вагон. Вагон. Напряг. Прилепился к нам тут нормально едет. Это, блин, обзор. Первый раз, кстати, вот я что-то такое тащу на обзоре. Так, тут надо сразу, наверное, понижайку.
Я думаю, что тут-то он точно не протащит через все это грязище. Кто его знает? Видишь, проедет. Просто ради интереса. Пропрет, не пропрет. Я думаю, нет, наверное, с вагоном-то точно не пропрет. Давай, давай. Все, ребята, встали. Сделаем другой вариант. Поставим здоровые колеса. Ну-ка. Вот такие. Поехали. Где все? Надо бросать там прицеп. Все, отцепляю его. Отцепили, все, поехали без него. Я бы сказал, что без него там не сильно тут поехал. Ну поехал. Тише сделать. Понижаечку. Да, если бы без прицепа шли, то прошли бы тут все это дело. А с прицепами эти встали и все. Как бы так-то ничего страшного, ползет вроде. Ползет и выползет. По любасу, я думаю, давайте зацепимся, чтобы не терять нам время. Чуть-чуть подускорим этот процесс. Нифига тебе. Это мы ее качаем лебедкой. Ух. Ну все, нормально, выехали. Подвесочка адекватная, работает все, ребята. Все мягенько, хорошо. Все, пошустрее тут. Моторчик. Попьем. Также вот видите, свет, ребята, все, свет все врубается. То есть ночью вы можете ехать вот так, синхронизация будет работать, а так будет у вас еще дальний будет мигать, вот видите. Также включаются противотуманочки, видите, посерединке тут у нас, которые стоят. Вот, оп. Значит, вот так-то все, мы приехали, привезли дрова, разгружаем их тут, скидываем, наверное, эту всю лабуду на пол крана, платформу лесовоза, да, что поставим, давайте цистерну, чтобы цистерну поставить, ага, подставку крана убрать, поставим цистерну, поставим сюда шоссейки, а, ну вот хотел показать, вот когда, видите, крыло слишком близко, большие колеса стоят, и на больших. Давайте сейчас поедем. Покажу. Ну то есть, как бы, в принципе, по дороге он едет нормально, когда большие перекаты идут. Значит, вот, вот тут сейчас должно колесо в крыло войти, по идее. Вот оно, видите, уходит. Вот, вот. Вот оно. Поэтому ставьте, ребята, колесики цистерны поменьше. Стандартные какие-нибудь. То есть вон крановские, они нормальные, они третьи нормальные. Давайте я поеду на эти понижайки, тут все, в принципе, я думаю, преодолеем без проблем.
потихонечку, помаленечку. Без всякого, ребята, урона проезжаем. Топливный бак 330 литров соляры, значит, у нас. Ремонта на машине 600 урона. А так, в принципе, все адекватно, ребята, проскакивает все эти ямки без проблем. Включаем автомат и погнали на автомате. Он заскочит вообще без проблем, я думаю. Чего и следовало ожидать. Думал провалится. Сейчас на пузо повисли. Ну, тоже я не представляю таких, в принципе, на картах. Преград-то и нету. Нахрен такие городить. На полигоне так поугарать только подвесочка, ребята, все тут адекватно прыгает у нас. Давайте тут еще посмотрим на подвеску. Вот она еще воркается как надо. Многие критики критикуют, то им не так, это не так. Сами берите, делайте нахрен. Так, уровень воды по лобовое стекло у нас. Одно могу сказать, не нравится, не качайте. Играйте на говнище каком-нибудь. На воркшоповских непереписанных файлах. Вот так вот. Кстати, машины, ребята, исходники, поэтому можете для любителей, кто уже начинает что-то там мастырить, переделывать, переставлять аддоны, там, перекрашивать, фотошоп также присутствует, ребята, в группе. То есть, кому интересно, там и Макс 10-го года валяется где-то в разделе ссылки, поищите. То есть, можете пооткрывать, там, видео посмотреть. Кто-то хочет начать на русском языке. Поэтому машина исходника, может там начинать уже пилить, стопудово уже начнут люди пилить это дело. Вот такие, ребята, получается два краза. Давайте такие колеса поставим, щелкнем скрин. Значит, по поводу барабанов я уже объяснил и всего остального. Значит, делаем скрин. Еще раз повторюсь, ребята, значит, вот такой конверт данных автомобилей краза 260. В принципе, я доволен, машинка хорошая, обалденная. Спасибо ребятам, которые предоставили ее, значит, на конверт, не разрешили ее выложить, значит. Так что машинки прикольные, подвесочка хорошая, можно покататься, я думаю, плюс синхронизация, всякие различные анимашечки, как бы эта проблема с этими барабанами, она меня вообще никак не тревожит, то есть я даже не обращаю на это внимания по большому счету. А так машины, вот эти кразики, просто супер. Вот. И еще хочу сказать, что скоро, ну, не знаю, как скоро, все будет зависеть от вас. Будет опять, ребята, розыгрыш игры лицензии Spintires. Значит, когда у меня на канале наберется 2000 человек, будет опять разыграна лицензия Spintires стимовская. У меня в группе. Подписывайтесь, ребята, на канал. Это ускорит приближение розыгрыша данной игры. Мониторьте видео на канале, в группе, что появляется. И, естественно, подписывайтесь на канал, как наберется 2000 человек, будет опять разыграна лицензия игры Spintires стимовской.
всех, ребята, с наступающим Новым годом. С вами был Драйвер 51 Рус. Спасибо, ребята, за просмотры. Подписывайтесь в группу, на каналы. Всем удачки и пока.